Воспользовались неразберихой. В Камрате ограбили единственный женский монастырь. Злоумышленники унесли ящик для пожертвований. По словам настоятельницы святой обители, в день кражи она и другие послушницы находились в здании монастыря, укрываясь от ливня. Это случилось в понедельник днем. Кто-то взломал жертвенник, который находится у нас впереди монастыря. Есть часовника, и там есть жертвенник. И кто-то взломал замок и забрал пожертвования людей, которые жертвуют на строительство монастыря. Матушка Ефросиния говорит, что это уже третье ограбление за год. Местные жители пришли шокированы случившимся и говорят, что пока одни жертвуют деньги на нужды монастыря, другие воруют, не боясь ничего. Свинья. Просто говорю, извините за выражение. Они идут туда, молятся, свечки жгут, а потом заходят и берут, украдут. А почему? Не надо было украсть, а надо было еще добавить, чтобы же закончили это монастырь. Ну, плохо, конечно, как же так с монастыря украсть деньги? Конечно, это грех, это большой грех. По словам мэра Камрата Сергея Анастасова, из ящика для пожертвований украли около 500 леев. В Камрате у нас один монастырь женский, строится, достраивается, но уже есть место, куда ходим мы тоже, молимся, потому что очень хороший монастырь. И несколько раз уже происходили кражи, но мелких сумм не было, там крупных каких-то краж. Тем более, что видеонаблюдение также установлено на самом монастыре. И у нас есть предприниматели, которые сегодня в хорошем состоянии, всегда не отказываются никогда помочь монастырям. Полиция расследует происшествие. Строительство женского монастыря иконы Божьей Матери Иверской идет уже 4 года. Планируется, что жить там будут 20 монахинь.